HBO рассказали, планируется ли отдельный сериал про Арию Старк. В конце «Игры престолов» Ария Старк решает уплыть подальше на запад, чтобы исследовать неизвестные земли. Увидим ли мы ее приключения? Отвечает программный директор HBO Кейси Блойс. Нет. Лично я хочу, чтобы «Игра престолов» была творением только Дэвида с Дэном. Я не хочу, чтобы персонажи этого прекрасного мира попали в какой-то другой, которым занимаются иные люди. Я хочу, чтобы у создателей была творческая свобода. Это одна из причин, почему мы не планируем снимать одно и то же шоу. Поэтому мы не собираемся сейчас снимать сиквел или ответвление с известным персонажем. Также подтвердили, что пилотную серию нового шоу во вселенной «Игры престолов» начнут снимать в июне 2019 года. Для остальных двух пока что пишется сценарий.